Примерно каждый четвертый житель Европы имеет домашнее животное. Несомненно, кошки и собаки доставляют огромную радость их владельцам. Но в некоторых случаях они могут быть носителями опасных заболеваний, одним из которых является бешенство. Rabies virus is a neurotropic virus, meaning that after entry through wounds or direct contact with mucosal surfaces, the virus directly enters peripheral nerves and then travels to the central nervous system, where it causes an acute, progressive and very severe inflammation of the brain. Благодаря усилиям Европейской комиссии, бешенство искоренено на территории большинства стран Европейского Союза. Однако бешенством могут заболевать и дикие животные, например, популяции красных лисиц в Европе, где вирус легко распространяется. Зараженная бешенством лисица может передавать болезнь не только внутри своей популяции, но и другим животным, включая домашних. Более того, зараженное животное способно передавать опасный для жизни человека вирус при укусе. Once clinical symptoms develop, the disease is invariably fatal. Human mortality due to endemic canine rabies is estimated to be 55,000 deaths per year in Africa and Asia alone on average. К счастью, существует вакцина от бешенства. Благодаря исследованиям французского микробиолога Луи Пастера в XIX веке, животным сегодня можно делать прививки от вируса бешенства. Простая инъекция, сделанная в ветеринарной клинике, защитит любого домашнего питомца. После вакцинации и идентификации татуировкой или электронным чипом животное получает европейский паспорт, выданный ветеринарным врачом. Данный паспорт облегчает перевоз домашних животных на территории Европейского Союза. It's uniform for all Europe. Everywhere everybody can recognize which vaccines the dog has got, and everything's on the same place. It's one document for whole Europe, but in different languages. За последние десятилетия Европейская комиссия потратила около 80 миллионов евро на деятельность по предотвращению распространения бешенства среди людей и животных. Данные усилия привели к потрясающим результатам, так как начиная с 80-х годов количество зарегистрированных случаев заболевания бешенством значительно снизилось. Well, it has been very successful. We have managed to eradicate the disease from most part of the European Union. We have the disease only in very limited territories of the European Union. And that is why, because we have such an improvement, we are in a position to now ease the movement of dogs and cats within the European Union. В целях достижения полного искоренения бешенства на территории ЕС и защиты домашних и диких животных, Европейская комиссия активно поддерживает программы по вакцинации против данного заболевания по всей Европе. Например, в Польше оральная вакцинация популяции диких лисиц является эффективным методом борьбы с бешенством. Ветеринарной службой Польши были разработаны и используются приманки, содержащие вакцину от бешенства. Акция щеплений jest istotna, ponieważ jest jednym z najważniejszych elementów zwalczania wścieklizny w Polsce. Być może utarło się przekonanie, że zwalczanie wścieklizny polega jedynie na szczepieniu psów i kotów. Niemniej z naszego doświadczenia wynika, że najważniejsze znaczenie w redukcji ilości ognisk wścieklizny ma właśnie akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie z użyciem doustnej szczepionki rozkładanej z samolotów. Огромное количество приманок с вакциной сбрасывается с воздуха на лесные массивы для того, чтобы лисицам было легче их обнаружить. Съев приманку, лисицы приобретают иммунитет к бешенству. Несмотря на то, что на сегодняшний день большинство стран Европы победило бешенство, риск заражения вирусом все же существует. Животные, нелегально ввезенные в Европу из зарубежных стран, представляют постоянную угрозу. По этой причине осуществляется контроль границ в аэропортах, морских и речных портах и участках, прилегающих к внешним границам ЕС. Так, на территории аэропорта Франкфурта на Майне животные, прибывающие из-за рубежа, проверяются ветеринарными службами в специально отведенных помещениях. Wir kontrollieren alle Tiere, die über den Frankfurter Flughafen gehen, angefangen von Insekten bis Elefanten, wenn sie so wollen. Wir kontrollieren hier die Papiere und die Zeugnisse.
und überprüfen, ob die Einfuhrbedingungen, die für diese Tiere herrschen, auch erfüllt sind. Das ist unsere Aufgabe hier. 28 сентября весь мир отмечает открытие вакцины против бешенства, сделанное Луи Пастером. Всемирный день борьбы с бешенством служит напоминанием о том, насколько важно проявлять внимание и осторожность, когда речь идет о нашей безопасности и безопасности наших домашних любимцев.